одеваться неправильно, а? Чего, Фоня опять неправильно обулся? А я и не посмотрела. Он же ж... Жопа! Трусы не надо ему там брать, ничего? Да не надо, там же у него есть. Давай, давай, шустрее! А мы те относили, которые... Я какие-то брал. Парашюты, туда, да? Ага. Не знаю. Неправильно. Меняй, вот! Молодец. А Гриша встал или дрыгал? Да, чай пью. Гриша, привет! Нормально. Ай, я знал. Ну и хорошо, что ты знал. Ну не предвидел. Понятно. Как и что ты, чем ты заниматься собираешься? Ну сейчас пока что чай. У тебя есть занятия? У меня? А? Всем доброго утра. У нас даже еще нет 8, 7:45. Сейчас будем... Мне еще даже время можно это, чуть-чуть полежать. Да. Сейчас буду заваривать себе чай, потому что кофе у нас закончился. Это вот этот молочный чай, который мама купила на ярмарке. И он вообще такими красивыми листочками раскрывается. Вот, пока он заваривается, пойду заправлять постели. Гляньте, вот такой вот чай красивый. Целыми листочками. Ты вот так хватом таким? Так ты правильно руки бери. А там они же разные. Молодец. А другим хватом? Вот так вот еще тяжелее. Я знаю. А так легче, да? Да, конечно. Вот так тяжелее. Ох, да, это сложно. А как ты там 10 раз-то на карате подтянулся? Не знаю. Так, ну что, я уже сделала такие основные домашние дела, помыла на кухне пол, что и посуда здесь все поразбиралась после завтрака. Гришка здесь у меня рисовал, дедушка тут ему, посмотрите, как здорово. В общем, сейчас ему хочется перспективу научиться рисовать. То есть вот сейчас покажу, где здесь он начинал. Нет его. То есть, а, вот он. Вот его. То есть перспективы как бы особо нет. То есть вот здесь вот как было ровно. Он еще пока не понимает, вот здесь вот нужно угол, да, делать немножко, ну, перспективу. Вот, но тут вот дедушка ему все рассказывает. Наш дом здесь показывал. Это вот пристройка наша гардеробная. То есть это с калитки, да, ведь, ну, не уверена, что здесь 4 окна. Раз. Да, 4 окна. Да, здесь 3 окна. В общем, дедушка здесь учил его. Так, у меня сейчас варится компотик, потому что уже соскучились за компотом. Что-то я его давно не варила. Так, и здесь у меня рыба, которую я засыпала солью. И она вот все 2 свадебных дня, то есть суббота, воскресенье была в соли. И сейчас я ее вымачиваю, то есть помыла я ее от соли. Обычной холодной водой залила. Сейчас это все вымочится. Еще, наверное, раза 2 поменяю воду, потому что рыба пересоленная. И потом воду с уксусом 1:1 смешиваю, заливаю. Тоже мне будет стоять мариноваться уже в уксусе. Так, мы съездили с Гришей в магазин. Гриша купил 2 чупа-чупса. Да, это Афанасию и Антохе 2 чупа-чупса. Гриша купил еще кабачковую икру. Хозяин барин какой-то, это какая-то новая, мы такую еще не пробовали. Я пробовал. Гриша, грязными руками. Ну, надо было попробовать. Да? Так, это куриная грудка для обеда. Хлеб, батон купила. Влажные салфетки, вот такие вот с Ашана у нас продаются по 48 рублей, не знаю, сколько они в Ашане, а вот это за 14. Так, что еще? Сметану и вот такую вот лапшу, сейчас ее отварю и сделаю, соус из грибов, да, нужен, из грибов, куриной грудки и сметаны, вот это будет соус. И наша лапша, ну, будем говорить на нее паста. Так, все, ты пошел там после дров уберешь? Да. Давай, я пока обед готовлю. Так, здесь у меня куриная грудка, достаточно крупно порезанная, посолена, поперчена. А в сковородке уже грибы с луком, немножко подсолнечного масла.
И вот это вот все готовится. Сейчас туда буду куриную грудку добавлять. А здесь у меня вода для наших макарошек. Так, ну что, я все с ним мешала. В общем, сюда же добавила все в кастрюльке уже. Лапша, да, сметанка. Как-то быстро, мам. Да, это ж всегда такой очень вкусный и быстрый. Чик маги, да? Да, практически. Так что сейчас будем ждать папу и обедать. Я салатик сделаю. Я маме это вылезала эту банку из-под кабачковой икры. Да? Да, пальчиком. Вкусно? Да, ну, кстати... язык не достает, да, да. Пришлось пальчиком. Так, а вот еще салат нам на обед. Здесь капуста. Сначала я порезала капусту, помяла ее вместе с солью, потом огурцы, петрушка и залила все подсолнечное масло и чайная ложка уксуса. Все вот так перемешала. Очень вкусно получилось. Тихо. Так, ну что, всем приятного аппетита. Вот такая вот красивая желтенькая паста у нас получилась. Болоньезе. Да. Офигеть вкусно. Особенно с кабачком. Да? Так, я сейчас пойду до родни, съезжу, распечатаю шаблоны для пряников, так как у нас сломался компьютер, а не знаю, когда его починят. Нет, свет у нас не вырубило, сынок. У нас что-то с интернетом, да, еще не хочет он это. Аллилуйя! Так, все, ты дома прошу будешь? Прошу тебя, прошу. Ты дома будешь? Ну все, я тогда поехала. Так, ну что, я распечатала картинку. То, что по WhatsApp мне прислали, в общем, то, какие пряники хотят. Вот так вот получилось. Сейчас буду все это вырезать. И потом тесто раскатывать. И по шаблону тоже вырезать и делать пряники. Так, ну что, испекла я прянички. Такие вот они получились. Я их охлаждаю вниз головой, что называется. Вот. На тефлоновом коврике пробовала их печь. И это здорово. Вообще ничего к нему не прилипло. В общем, классный коврик. Мне он очень понравился. Так, ну что, прянички остывают. Я уже обычным простым карандашом на них нанесла. То есть вот так вот схематично, чтобы мне было понятно рисунок. То есть графитовым, обычным, простым. Вот такие вот будут пряники. И вот еще остывают листики. Один я, правда, пока брала, что горячий, мягкий, повредила. Поэтому нужно очень-очень аккуратно. Тоже остужаю их на обратной стороне. Так, вот еще вторая партия. Тоже остужаются. Посмотрите, вот это вот я задела вот этой лопаткой. А так вообще они какие гладкие на обратной стороне, если их печь вот на вот этом вот тефлоновом коврике. То есть это как обычная ткань. Он вот такой вот по структуре, как будто тряпочка. Ну, посмотрите, все без муки, все отлично отстало. Вот, и, в общем, я просто здесь вот пару сколов сделала, но вот очень-очень гладкий пряник с другой стороны. Такой вот карандаш будет. Так, ну что, вот что у меня получается, сейчас покажу. Карандаш, яблоко, это будет линейка. Мне хватило у меня еще какого желтого айсинга и... Красного надо побольше, здесь совсем мало. Хочу еще листик сделать красивый. Так, ну что, пока с пряничками закончено, потому что у меня глазурь, в общем, я навела, но было мало сахарной пудры, и получается она вот стала подтекать, я даже не стала ее использовать. Вот хотела еще сделать кленовый листок, но видите, вся глазурь поплыла. Поплыла, ну вот, если не считая контура, то вот это, блин, да что за муха такая, а? Глянь. Это, мне кажется, что очень даже неплохо серьезно. Это что? Кленовый листочек, но только глазурь, лап. Видишь, какая. Не, ну ничего, потом уберешь, когда она засохнет. Как подумаю. Иголочкой как-нибудь сталкиваешь. Так, давай на карате поехали. О, мама, тормоза еще работают. Да. Так, чуть не забыла еще телефон взять. Сейчас уже с Гришей поедем. Сережа у нас еще был в гостях. Так что сейчас Серого завезем домой. И поедем на карате.
А что тут происходит? А что тут происходит? Да, это что? Вы как девушка Алёня, что ли, купаетесь? Мама, а ты что? Ты ныряешь? Ты мой хороший. Где ты был? Я у вас был. А ты наши очки, мама. А вы не те мои вещи. А зачем? Чтоб я же переодевался. Да? Какие красивые подсолнухи тут у соседей. Обалдеть. Как мне нравится. Что это за мальчик босиком? Ты думаешь, что еще лето, сынок? А еще чуть-чуть лето, а потом уже все, холодно будет. Лягушка попрыгала, да? Томак. У нас тут этих лягушек, ты видел? Томак. О, да. Ну все, пусть там, пошли. Ох, мам. Этот маленький... Давай я тебе стульчик разложу. Ты что хочешь? Рыбку. Рыбку? Антон Сергеевич, привет. Ты будешь рыбку? Нет, не хочешь? Нет, пошли, да. Будем сейчас есть рыбку. Ты будешь рыбу, нет? Что ты хочешь? Антон Сергеевич, ой, Афанасий Сергеевич, у кого сегодня был день рождения в садике? Нет. Нет, в садике у кого? Обе. У мальчика у какого-то? И что, там были шарики? Угу. А колпачки тебе одевали? Да. А где колпачок? Возьми. Возьми? Нет. Забрал? А, баба, кто-то Лены. А, у тебя Веру ты забыл? Да. Так, ну что, мы идем спать. Дети уже спят. Теперь мы сижу не ложимся. Зря мы, конечно, на ночь наелись рыбы, да? Ты хочешь пить? Хоть и чая выпили, но все равно как-то непонятно. В общем... Да сожрать 2 килограмма рыбы, ну, и выпить этого. Чашечку чая. Да. Как будто от этого прям... Короче, чай нам не помог. Все, будем отдыхать. Дети уже уложили. Пока. Кто уложил? Ты уложил. Да не я же. Когда я успел? Сказал же им, они пошли спать. На, поставь мне зарядку. А где зарядка тут? Где-то там.